Битва на Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Вижу. Ландри, устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда — часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Нифига себе! Нет, ты знаю. Видел этот взрыв? Что мы потеряли пулеметчика. Он в порядке. А кой ляп такого встал? Сколько оружия? Пахнет видно у них круг. Нужно спускаться ниже линии огня артиллерии. Не могу как следует прицелиться. Понял. Они открыли пулеметный огонь. Не спать от этих драмных ветеров. Они представляют наибольшую угрозу. Не, мы справимся. Первый двигатель дымится. Вот это попадание. Продолжать огонь! Стреляй по этим сраным протекторам! Еще немного, и мы потеряем двигатель! Прямое попадание!
со всеми разобрались. О, да! Они идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Блуд. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Повторяю, вот и что-то! Какие-то летят!
сейчас все! Правая турель без патронов! Огневые точки по левому борту без патронов! Отлично! О, патронов больше нет! Левая турель без патронов! Упс! Нам надо выбираться отсюда! Здесь будет слишком много зерно! Молитесь, чтобы хватило запасов передней турели! Ох, у нас каждый патрон на счету! Связи Хэвэк-26. Направляемся к вам. 90 градусов влево. Держите текущий путь. Мы совсем разберемся. Возвращайтесь на базу. Андрей, подготовка к взлету. Ладно, Лутай нас находит сможет. Ясно. Летаем. Что там у нас? Слишком много было чертовых зерро. Мы спасли всего троих. Так. Аллилуйя, твою мать!